тысячи два по городу Новокуйбышевску. Итак, начинаем. Ой, масленица. Средневолжский институт дизайна,
Некоммерческое партнерство Новокуйбышевский центр ЮНЕСКО Россия Академия. А пока наши конкурсантки готовятся, позвольте мне рассказать немного о конкурсе. В отличие от конкурсов красоты, наш конкурс проводится для профессиональных моделей и начинающих. Чтобы участвовать в конкурсе топ-модельники России, необходимо иметь соответствующую подготовку. Двигаться по подиуму, работать перед фото- или видеокамерой, сыграть небольшую роль для рекламного ролика, владеть искусством макияжа, знать правила этикета, уметь объясняться на английском и французских языках. Для профессиональных моделей конкурс топ-модельники России является прекрасной возможностью дальнейшего роста, а для начинающих – хорошая стартовая площадка, так как из категории начинающих можно попасть в категорию профессионалов. А теперь давайте познакомимся. Good evening, ladies and gentlemen. Pleased to meet you. My name is Marie. I'm 15 years old. I'm studying at school number 14. My hobby is modern music and dance. Thank you. Hello, my name is Tanya. I'm 15 years old. I live in Novokuйбышевка, studying at school number 20. I like to dance at Russian school. Thank you. I go to school number 6. I live in Novokuйбышевка. Goodbye. Hello, I'm glad to see you today. My name is Anne. I study at school number 4. I'm 15 years old. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. As a great poet said, what is this life is full of care? I have no time to stay and stand. But I see the hall is full. Today, I'm Irene. I'm glad to see you very much, and I hope this evening you will have pleasure time today. Thank you. My name is Svetlana. I'm 16 years old. I want to be a professional top model. I'm glad to see you. Thank you. Bonjour. My name is Ksenia. Je travaille pour Saki, c'est la mode beau. Pour moi, la mode, c'est une liberté. Encore l'année dernière, je n'étais pas du tout à la mode, mais depuis la sixième, j'ai changé. Je suis née le 1er juin 1985. À la police de Zodiac, je suis jumeau, je suis vivante, je suis je m'intéresse à tout. Parmi les autres pensées, je préfère Alexandre Dumas, père-fils. Merci beaucoup. I like to see you all using.
that here. My name is Marina. I was born in Novokuйбышевск. I'm 16 years old. I study in school of little business named Aksyonova. I enjoy listening to music. My hobbies are cooking, reading, sports, drink cold water, because I have the shape of life. I have cat and dog. My cat is black, and I very love it. I very love my family, because it is fundamental support of my life. Thanks. Goodbye. I'm a student in Solomonskoye State Economy Academy in the second floor. I have many friends, and every time we play sports and listen to music. Thanks. My surname is Dovgan. I am 16. I don't have many free time, but I have hobby. My hobby is driving. My favorite sport is tennis. I have many friends. They are good. Thank you. Goodbye. Издание сувенирных перекидных календарей серии «Лики России» и фотовыставки «Лики России 2002». Главное внимание в школе уделено одному вопросу – как стать профессиональной моделью. К этой карьере нужно относиться серьезно и тщательно к ней готовиться. Ведь в мире моды идет такая конкуренция, что добиться успеха без основательной подготовки вряд ли удастся. Профессия модели посторонним кажется такой праздничной, увлекательной, что начинающие даже не представляют, какой труд им предстоит. Но тем не менее, профессия модели в мире считается одной из самых престижных и высокооплачиваемых. Методика обучения в школе моделей рассчитана таким образом, чтобы студенты могли максимально раскрыть свою индивидуальность, не подражая именитым супермоделям, обретая большую уверенность в своих силах. Таким образом, школа моделей помогает молодым людям раскрыть свое внутреннее «я», позволяет расширить знания о самих себе и окружающем мире. Кроме того, начинающие модели вырабатывают походку, осанку, учатся следить за собой, вести финансовые дела, соблюдать правила поведения в обществе, что, несомненно, пригодится в дальнейшей жизни. И потому профессия модели так привлекательна для молодежи, что мы сейчас и увидим. Внимание! Молодежная дискотека!
для того, чтобы демонстрации одежды, фотосъемки для каких-либо изданий, видеосъемки, рекламных роликов проходили на высоком уровне, необходима хорошая профессиональная подготовка, знание новейших техник, хореографии и правила работы на международном рынке. Ведь в конечном итоге, как будет прорекламирован тот или иной товар, будь то одежда или заколка для волос, так он и будет продаваться. А теперь давайте заглянем в нашу фотостудию. Thank you.
но большинство из нас нетерпение ждет его снова. Особенно, когда за окном стоит глубокая осень. Хочется солнечного света и тепла, да и просто не носить много одежды.
генеральным директором известной во всем мире профессиональной школы моделей Барбизон Интернешнл Нью-Йорк США Томом Геслером и председателем арт-комитета конкурса «Топ-модели России» Юрием Иваненко заключено деловое соглашение о том, что конкурс «Топ-модели России» является официальным отборочным туром международного конкурса моделей актеров и талантов EMTA на территории Российской Федерации. Каждый год «Барбизон» проводит международный конкурс моделей актеров и талантов, который проходит в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. В EMTA участвует более 200 продюсеров со всего мира, а также все самые крупные и престижные модельные агентства. «Барбизон» — это агентство и центр подготовки моделей, актеров и протоколы, самые престижные в мире. «Барбизон» был основан в 1939 году на 5-й авеню в Нью-Йорке. Сегодня «Барбизон» насчитывает более 235 центров по всему миру. Главный европейский центр находится в Испании, в городе Барселоне. С открытия центров «Барбизон» развивал концепцию профессиональной подготовки, что послужило мостом для раскрытия новых имен. В 2000 году «Барбизон» открыл программу «Восток Европы Тейлинг», которая впервые за всю историю «Барбизона» осуществляет обучение и работу русскоязычной молодежи. Ну а теперь самый долгожданный выход наших конкурсантов в вечерних нарядах. Thank you.
уважаемые гости, обратите внимание на экран нашего телевизора. Будьте добры, включите видео. Поприветствовать вас на этом замечательном мероприятии. Я надеюсь, что в этой тяжелой, но равной борьбе каждый из вас победит, потому что главный приз – это не какой-нибудь диплом или какая-то ненужная никому награда. Главный приз – это ваше участие. Самый главный приз – это ваши хорошие и чистые сердца. До скорой встречи, Новокубышцы! Коллекция одежды ведущего модельера города Новокубышевска Марата Шихутдинова. Thank you.
господа, друзья. Ну что, конечно, борьба была тяжелая, но все-таки наше решение было окончательное и бесповоротное. И вот мне хочется сказать вам единственное то, что девочки все были молодцы, на высоком уровне. Нам было очень трудно судить с моими коллегами этот конкурс, потому что мнения и разделились, где-то совпадали. Но тем не менее, все-таки мы пришли к единому решению. Не подумайте ничего зазорного. Судили мы справедливо, без всяких пристрастий личных, так что я думаю, что это все было по-честному. Итак, я предоставляю слово вручить грамоты Марьиной Яне. Это победитель конкурса «Топ-модели Лики России 2002-2001 год». Итак, диплом победителя конкурса «Топ-модель Лики России 2002» по городу Новокуйбышевску выдан Грачевой Марии. Категория «Начинающая модель», номинация «Маленькая модель», третье место. Топ-модель Лики России 2002 по городу Новокуйбышевску. Первое место Шилин Екатерине выдал. России вручается Вельмесевой Татьяне. Кравец Александре. Категория начинающая модель, номинация стандарт. Диплом победителя конкурса категории начинающая модель, номинация стандарт, выдан Довгань Оксане. Номинации стандарт. Категория начинающая модель. Первое место выдан Букат Бексин.
Ксении. Это Вильямисима Татьяна. Это 10 симпатий.